Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Ну, невзирая на проблемы с записью, все-таки продолжаю я записывать. XCOM Terror from the Deep. Так. Надо ли мне чего-то? Ничего, не надо, все исследует. Отлично, ускоряем. Так. Пришло снабжение. Ракеты пришли, тоже неплохо. А что, кстати, по фондам? Давай посмотрим. Ну, а в принципе, они платят мне 6 миллионов. Хорошо. То есть тут только в сторону уменьшения может пойти, мне кажется. В сторону увеличения нет. Надо плодить еще базу. Целокант пришел, но это танк такой. Одну ездит. Ну, на черный день пригодится. Так, жилье построили, молодцы. Исследование прошло. И пистолет Гаусса мы сделали. Так, что бы исследовать дальше? Новый проект давайте. И у меня тут прям, вот видите, прям куча всего. Трупок. Патроны для Гаусс-пистолета. Ну, патроны нужны. С патронов-то как? Так, ладно. Прогресс unknown. А почему? Ну ладно. Unknown, так unknown. А, производство. Да, давайте, чего нет. Пистолеты. Техников. Все, что есть. Пистолет, ну давайте, штучек. А мне что-то стоит? Да, десяток. Погнали дальше. 17 января, ну я думаю, мне дождаться, когда мне деньги выплатят, и заложить вторую базу. Так, все, тюрячку построили. Пока все тихо. Ну, у меня радиус маленький. Так, давайте посмотрим рапорты. Теперь патроны для Гаусса сделали. Отлично, молодцы. Новое исследование. Граната сониковая, ага. Давайте Гаусс райфл. Да, сначала в Гаусс я выйду. Я не знаю, почему аптечку не могу исследовать. Прямо. Там уже пур. Так. Патрошки, да? А, вот денег стоит. Да. Так, давайте тут изменим вот эту. 10 тел тут будет, а я патрошки не сделаю. Ну, штук 20 надо. По 2 обоим на каждую, чтобы было. Давайте я часы включу уже, а то медленно крутится. Так, маленькая подводная лодка. Видите, опять она на ночь глядя приплыла. Ну, хреначе. Опять я два корабля пошлю, чтобы ей навешали как следует. Минуту что-то перелечу. Мочите ее. Ну что, догонит, не догонит? Догонит. Что там произошло? Зеленым помигало так. Здрасте. Так, давайте аккуратненько подъедем. Что за зверь, кстати? Ну такая же. Я еще по нему торпедами фигачу. Пушка будет потом, по-моему, не попала.
смылась. Так догоняйте. Кто там за кем гоняется, я не пойму. По ощущениям, так это... А, не, нормально, они за ним гоняются. Ничего, не догоните? Ну, что-то драпануло от них. Ладно, гоните ее активнее. Догнал. Давайте аккуратненько. Последней пушкой. Последнюю торпеду у нее уже шваркнул. Мимо. Ну, все, теперь в атаку. Да-да, повредили. Все, выпилили. Ну, пушка страшная. Снаряд, правда, ее ракетами повредили. Торпедами. Ждем, господа. Ждем утра. Я видал ночью там находится. Хорошо, здесь ночь не полярная. Ну, так вроде на мелководье, да? Так, стоп, терминатор дошел туда. А, погнали. Тритонище, давай, погнали. Так, надеюсь, там все хорошо со снаряжением, хотя я в этом и не уверен. Начали, да? Ну, а, тут все то же. Все то же самое, лучше новый напишешь. Нет, то же самое все. Так, ну что, вот этому товарищу даже пистолет, наверное, не дам, он торпедник, ну нафиг, ему даже гранаты не нужны. А это у вас кто? А это у нас стрейбат. А, ничем воюет, будет вообще зверем, даже оружие не дает. Так, вот так я думаю. И гранаты у тебя в руки. Тебе гранаты-то не нужны. Тебе, кстати, тоже. У тебя оружие как гранаты. А тебе гранаты нужны. Ну, хоть патронов зовет, правда, видите, одна винтовка без патронов. У них, правда, пистолеты есть еще. Ну, пистолет я уже так от бедности завез. Ладно, с гарпунными ружьями тоже ничего. Ну, они не совсем гарпунные, у них не на веревочке вот этот гарпун, у них... Опа! А, есть патроны, хорошо. Тогда сиди с ней. Ну все, нормально, все вооружены. Погнали. И первый у меня, конечно, выйдет... Ну, я понял. Я опять в левом ближнем углу. Да, здесь что-то крутить нельзя. Так, на выстрел оставь. Пошел. А что, не увидел ничего, что ли? Вот и даешь. А ты увидишь, я надеюсь, что-то? Ты увидишь. А чё, сейчас бум, пулю в башку, всё, приехал. Чё, вот так? Нормально. Далеко бегаешь. Чувак, гидрореактивочка твоя стоит. Так. Ну чё, толпой не выходим. Выходим более-менее рассеянно, чтобы всех одной гранаты не порешили. Че, фига граната такая прям в лодку. Так, все, присядь, успокойся. Так. Я, по-моему, им пошел что-то. Забывает.
А, даже повернуться не может, ну ладно. Отлично. Да блин, я этим же. Не можешь повернуться. Ладно, бывает. Идите туда вдвоем, господа. Не может. Ну ладно. Ты с чем? С такой же базуки пошел. Ты как? С гидрореактивкой своей. Ну что так ходит, нормально, легко. Все, не толпимся. Что-то было. Так, базучник, иди туда. На колено сиди. Так, все нормально, там пасет. Сюда выходи. Куда смог вышел. Хрюк-хрюк. По отраслям ходит. Хрюк-хрюк. Ну чего, я надеюсь, я не попаду с ним под выстрел, зараза. Так, ты иди туда дальше. Продолжаем расходиться. Лодка пока для врагов неуничтожимо. У них потом будет оружие, которое может лодку разнести просто нахрен. Но что прикольно, от лодки остается вот этот пол, и этот пол способен увести моих солдат домой. То есть лодку уничтожить целиком нельзя. Ну, кто где? Ага, справа, я так понимаю. Вот тут где-то топчется. Сейчас вот гадябру найдем. Поддержка бежать туда. Недалеко поддержка добежала. Ну, поддержка с ружьишком далеко добежит, мне кажется. Так, тут. По-моему, опять пытался тем же пойти, кем ходил уже. Это ладно. Это бывает. Ходил уже, да? Ходил. Что, еще новых выгоняем? Я еще аптечки там накидывал, но аптечек у меня пока нету. Ну давай, где-то. Ох ты! Обменялись. Он еще побежал, лови его. Нормально. Так. Прочесывание. Подумай, что я прочесываю все? А чтобы последнего алина потом долго не искать. Есть вот такая заморочка. Найди последнего алина. И пипец. Ты ходишь, твою заразу эту ищешь. О, видно. Отлично, отлично. Стой, стой, стой. Ну, вломи ему как следует. Так. Прицельно. А вот это снайпер, да? Все, приехали. Присядь, что ли? Так, а это не видит никого. Забавно. Давайте не буду нарываться пока. Так. Чувак, иди помоги нам. Там говорят плохо. Там, говорят, лодку нашли. Так, и где тут по кустам бегает олень?
Здрасте. Вот он. 33. 33. Авто. Не, авто, хрен, попадешь. Мимо. А ты не снайпер. Ты же с гарпуном оружие стрелять. Наверное, хрен попадешь. Этого барахла. Так. Давай, выходи туда, пусть. Это тоже. Ну, собственно, вот и все. Все из подводной лодки вышли. Пом, смотрим, что будет. Что будет? Сейчас труп будет. Готов. Бум. Двое. Предсказуемо, но почему у меня персонаж не видел вот этого упыря, я не знаю. То есть он там стоял и не видел. Какой крепкий дуб. Присядь. Присел? Присел. Обменялись. Есть у меня одна мысль. Не на линии стоит. Хорошо. Вот так, на линии. Вот сюда. А что вообще у тебя на линии? А, ты правее можешь, да? Давай сюда, да. Так. А вот так? Странно, ну ладно. Карлос Васкес. О, отлично. 26, что можем сделать? Автотрельбу можем устроить. Что-нибудь да долетит. О, это на поверхность пошло. Это тоже там китов пугать. На 19. А, все, стрелялся типа. Понятно. Ну чё, он не снайпер. Могу точно сказать. Так, минус 2, однако. Так, это стоит. И никого, блин, не видит. Ладно. Ой, тут за пару миссий потерял. Трех человек уже, да? Но тут деваться некуда. Вооружение днищевское. Оружие, кстати, тоже. Да и люди тоже такие себе. Еще тут с базукой бы, которая у входа стоит, еще гранату не кинул. Было бы вообще прекрасно. Мимо. Пом. Словил. Мой таежный охотник, там сдающийся в кустах, сделал свое дело. Так, это у нас чего? Это у нас это закончить теперь к следующему. Правильно, правильно. Так, что зараза? Дайте метки стрельбу изводить. Метки нельзя, да? А, 44 стоило, понятно, что метки нельзя. Так, хорошо. Следующий. Слушай, Карлос, ты можешь жахнуть? Я просто хочу метким, конечно, да. Сдохну. Ну вот это другое дело, вам не кажется? Ладно, времени нет. Потом из рюкзачка достану, я не против. С большой торпедой еще никто не уходил. Так. Следующий. Ну, того срубили. Может, правда, еще кто прячется, пойдем посмотрим. Бывает такое. Но я за то, что остальные в лодке сидят. Поэтому побежали.
Чё? А, ну 21 всё. Готов. Да в лодке. Но проверять надо. Всяко бывает. Это вроде побольше лодка. А, двери сзади, дырк там, понятно. Опаньки, вот он. Здрасте. Чё у нас 35? Ну так. 37 не могу, 35 могу. А, один выстрел будет, да? Не на линии. Как-то я его вижу, а он не на линии, а? Тайна. Ну, чё-то вроде куда-то прилетел. Один съедет. Ну, что я могу на один взять? Ничего не могу на один. На один смогу уйти. Вот так. Нет меня. Так, хорошо. Тут. Тут, тут, тут. А, вы вот, типа, слева. Хорошо. У этих пусто. Ты заряжайся. Там, похоже, опять сейчас понадобится выстрел. Так, что осталось? 40 осталось. Ну, если в своего не попадет. Сдохни, салага. Сегодня этот товарищ жжет. Ну и как видите, это был еще не последний. Все. Кто где? Непонятно. Ну а сейчас в панике должен быть последний уцелевший. Он просто должен все паниковать, как не знаю. Хрю-хрю. Так. Бежать. Бежать. Все бежать. Но там зараза, какая-то зараза сидела. Да? Значит, там еще, наверное, есть. Что касается потерь, ну тут без потерь никак. Что все-таки напомню, я с этими с гарпунами против высокоразвитой цивилизации выступаю. Это, знаете ли, не просто. Что там, край? Не край еще. Лодочки-то побольше, по-моему. Не показывают, я точно паникуют. И когда паникуют, они сидят на одном месте и не дергаются. Давай. Чё, ты-то тоже заходи. Продолжают идти. За лодкой, может, какая-то зараза еще сидеть. Так, ну тут вроде ничего не должно быть. Ну, я для проверки схожу. Да, я могу вот так подняться. Смотреть вокруг. Так. Все. Хоть намекнули бы где. Ну, где-то неподвижно. Хорошо, пока эти гуманоиды мелкие, как их, сектоиды. Ну, они аквасектоиды, но такие. Так, ну что, пошли искать.
Сто пудов там сидит. Вот точно сидит. В командном отсеке сидит и ждет, когда я выйду и сжарю парня. А может, а гранатки? Хорошая мысль. Я сейчас, наверное, туда кину. Как старое доброе, да? В помещении первый всегда входит гранат. Так, тут это ничего не нашел, пошли дальше. Давай, где ты? Вон он бегает. Ну ладно. Тогда эти ребята не при делах, пойдем посмотрим. Ну да, никого. А еще бывает вот тут прячется, в ботиночках. Ладно. Это все сделает, если что. Ты тоже ходил? Ты не ходил. Вот тут он где-то мельтешит. Ну ладно, авось попаду. Или меня попадут. Я немножко не понял, где оно ушло. Где-то оно ушло тут. Вот оно. Привет. 39. Ну, понятно только. На скидочку. Пом. Я присяду. Так, это все далеко. Гидрореактивщики, по-моему, никого еще не ушатали. Пом. Молодец. Хорошая у тебя броня. Я понял, где ты. Так, давай. Щелкнем сейчас туда. Вот тут. Ноль. И метни тут. Просто ждем. Да блин. Ты ж ниндзя-то противная. И главное, туда ракеты не жахнешь. Ладно. Все по порядку. Уже двоих уделал ниндзюк. В кустах там сидит. Значит, никого нет. Да нет тут никого. Да выходи тут. Тут наших мочат. Пачками. И никого. Че, серьезно? Ладно. Оп, только что был 58. Ну это понятно. Ракетчик. А стрелять будем, нет? Он там стоит, видит его и не стреляет. Васли стал берсерком. У, елки. Молодец. А так хорошо начиналось, да? Вот почему я не вижу никого? Здрасте. Все? Все. Блин. Вот это был пипец. Особенно у вас, с которой берсерк, это был вообще пипец. Ну, я в маленьком плюсе. Чуть-чуть. Да. Вот тут вляпался. Сколько нам получается выпили? Двух сначала. Потом еще двух. И один взорвал. Пятерых. А
газ раунд. Окей, 5 секунд. Сейчас разберемся. Кем? Так, где газ раунды для... Вот они. Для барракуды. Давай 20 штук, а то воевать нечем. А, мне нужны акванавты. 5. Блин, денег уже. А денег-то уже и не очень. Ну, Тлакант, если что, поможет. В следующий раз я его возьму с собой. Так, что вот расстрелял? Я очень хорошо расстрелял эти торпеды. Пару маленьких, что ли, три. Пару больших, ладно. И фосфорную еще одну давайте. Так, магнобласт гранаты. Ну, давайте немножко возьмем. Так. Что вот это вот за... А. Так, на движуху... Термотайзер я хотел взять. Не знаю, когда понадобится. Так, и светилки. Прям вот много. Магнопак эксплозив, один возьму. Это прям динамит жуткий. Что производим? Ну, ничего еще пока не произвели. Нормально, погнали. Пистолет закончили производить. Молодцы. Молодцы. Производство. Техникова больше. Я чувствую, мы сейчас с гаусс-пистолет пойдем. Ими, кстати, торговать можно. Очень неслабо. Все произвели. Пока больше ничего не надо производить. Я ничего не умею производить просто тупо. Так. Ну, это мелкое ручное оружие пришло мне на базу. Саннар сделали большой. Молодцы. А где оружие для подводной лодки-то? А, люди пришли, еще лучше. Кстати, а в том бою никто не апнулся. Такая вот фигня. Во, патрошки пришли. А вот это наземная атака. Так, я понял. Паузы нет, 5 секунд, нормально. База. Экипировать субмарину. Вот эту. Экипажем, да. Слаканцы под жетом пойдет. А, он на суше не может. Неважно. Так, дартганами мы обеспечили. Давайте еще. Ну это, блин, пистолеты големые вот эти. Знаете, я их даже брать-то не буду пока. Знаете почему? У меня гауссы есть. Джет-гарпун. Угу. Газ-кэнон. Фосфорные болты. Гидроджет. А хотя газ-кэнон-то может, если что. У меня их две, да, ну ладно. А вот гидроджет на суше не работает. Торпедо-лаунчер. Как ни странно, тоже на суше не работает. Поэтому, мне кажется, гаусс-пистолеты будут прям в ходу. Так, 80 предметов могу запихать. Гранат не так много, наверное. Пистолетов побольше. Ладно, я понял. Я понял. Пистолеты просто на суше работают. Да блин. Где мои пистолеты? А, телепатрон пистолетом. Ну, как-то так. Вот гарпуны, не помню, работают на суше или нет. Ладно. А как мне Тлакант туда запихать? А, надо людей, наверное, высадить. А, вот он. Он уже там сидит. Все, погнали.
Geoscape. Рецепт. Тритошка. Далеко. И он оттуда полетит. Блин, ночью. Не хочу я ночью. Ночью фигово. Ладно, в любом случае, миссия прошла, поэтому вот с этой миссии давайте продолжим в следующий раз. Жмите, пишите. До новых встреч.